Привет, ребят! Да, настало то время весны, та пора весны, когда я со своими родителями уезжаю на несколько дней в какую-то страну. Это достаточно разные страны. Например, в прошлом году я была в такой замечательной стране, как Италия. Поэтому сюда можешь посмотреть, перейти по ссылке, посмотреть эти видео. Они очень классно, занимательные, мне они очень нравятся. В общем, ребята, я уже уезжаю совсем скоро, и я столкнулась с той проблемой, что у меня не собран чемодан, так как все странно и неправильно. В общем, я решила весь процесс, скажем так, сбора чемодана заснять на видео для вас. Надеюсь, для вас это видео будет интересным. Поэтому сейчас быстренько подпишитесь на мой канал, потому что дальше будут видео из той страны, куда я еду. Я не знаю, я сделаю как в прошлом году, видео в Италии, переходи по ссылке. Сделаю влогами раз в несколько дней или в неделю. Или же сделаю потом одно видео, отдельное о путешествии, или и то, я не знаю. В общем, напиши в комментариях, что ты хочешь увидеть. Влог или просто какое-то общее одно видео. Напиши это внизу в комментариях, я надеюсь, тебе интересно это. Поэтому подпишись, подписался, да? И давайте. Конечно же, для нашего путешествия нам понадобится спортивная обувь, штаны, шорты, какие-нибудь крутые лосины, также пару футболочек и маечек. Не забывайте про платье или юбку и про кофточку на случай холодов. Также не забывайте про косметичку, в которой будут лежать все предметы личной гигиены, расческа и так далее. Не забудьте купальник, если вы едете в теплые страны, также предметы нижнего белья. Не забудьте про книги в дорогу, блокнот с ручкой, чтобы что-то пописать, и журнал почитать. Не забудьте также про воду, ведь она нам нужна. Ключ, кошелек, это тоже очень нужно. Беруши на случай шумных соседей. Не забывайте планшет, телефон и наушники, они вам очень понадобятся. Также не забудьте зарядку ко всем вашим устройствам. Ну и, конечно же, очки. Что ж, ребят, я очень надеюсь, что вам понравилось видео, поэтому поставь палец вверх, подпишись на мой канал, если ты этого еще не сделал. Потому что будут скоро, вот прям скоро видео из той стороны, куда я еду, они будут очень интересными. Это будет потрясающая съемка, будет, просто вах, это странно, ладно, любили. В общем, поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Всех люблю, целую, сияйте. Пока. My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. My youth is yours, the truth so loud you can't ignore. My youth is yours.